Если из вас многие помнят, когда-то в Нью-Йорк, в Америку, на Брайтон приезжало много студентов, которые назывались J1 из СНГ. Вот. Но это уже, как говорится, давно в прошлом, но у меня на эту тему имеется стих. Вот, поэтому я хочу его прочесть. Называется «Брачные гонки». Брачные гонки. Див СНГшных тут летом сезон. Их приезжает в Нью-Йорк эшелон. Рейс приземлится, вот аэропорт. Где-то падение ждет, где-то взлет. Как начинают здесь дамы охоту, каждому жертвой остаться охота. Но дивы, известно, снимают тапки в доме, где пахнут большие бабки. Да, секс-рулетка — большая игра. И карты открыть нашим дамам пора. Они за богатых вступают в драку. Но гонка не всех их приводит к браку. Обнимаю. Сейчас будет короткая версия.